Дамы и господа, беседуем с Дедом Морозом и Снегурочкой, которые только что в Вышнем Волочке выступили перед детьми. И вот у меня вопрос сразу для посетителей сайта ВХЛ. Вы узнаете этого Деда Мороза или нет? Давай, маска срывай лицо, будем тебя представлять. Алексей Кудриман, прошу любить и жаловать, нападающий ТХК. Алексей, каково в роли в этой? Весело, интересно, забавно. Очень понравилось. До этого приходилось быть учителем в начальных классах, поэтому для меня это не ново. А когда приходилось? А когда я был в Витязи, в Чехове еще по молодежке, это года 3 назад. А, ходили уроки? Да, проводили, есть, да? Даже видео в интернете. Угу. Ну, в роль вжились? Конечно. Я думаю, надо у детей спросить, Вот у нас один есть, мальчик тоже, у него спросить. Больше всех поверил. Поверил? Да. Понятно. Хорошо. Вообще впечатление от посещения детского дома? Впечатление самое положительное и, наверное, самое главное, что мы смогли принести хоть какую-то, пусть самую малую долю, да, радости этим детям, кто здесь находится, пусть какими-то там мелочами, какими-то сладкими подарками, но для них это не мелочь, далеко не мелочь. И лично для меня и для всех присутствующих, кто сюда приехал с нами, это большое дело, так скажем. Угу. Вопрос обоим. Уже приходилось в этих ролях побывать? Нет. Перед своими детьми, родственниками? Там. Первый раз? Первый раз. Алексей, ну вот я слышал, дети есть. Правильно слышали? Да. Еще... Нет, пока нет. Пока нет. Маленькие или... Маленькие, да, 3 года. Не, имею в виду, что рано просто еще Деда Мороза. Ну, не рано, но я не знаю, как-то не до этого было. Как-то другие люди, да, все время здесь должны быть. Да? Может быть, теперь учитывая опыт. Может быть, теперь, сейчас, если договорюсь, если костюм подарят мне, то да. А Снегурочка теперь будет Снегурочкой? Снегурочку я с собой забираю, да. Одев этот костюм, подписала контракт, да, да, на работу. Мы за 5 минут до выступления познакомились, правда? Да. Видимо, теперь сработаемся. Да. Не, ну у вас еще впереди, да, сколько у нас до 7 января? У нас сейчас впереди дорога до Твери, поэтому мы сейчас подработаем еще где-то, школа офигенная. Ну что ж, удачи в подработке. Спасибо. Спасибо.